В этом видео расскажу, как посмотреть статистику на нашей страничке в Instagram. Мы заходим в пост и нажимаем «Посмотреть статистику». Здесь мы видим количество лайков, количество комментариев, которые нам оставили, и количество сохранений, и точно так же перерепостов, сколько людей отправили этот пост другим людям. Статистика в Stories. Мы нажимаем на нашу Story и в нижней панели нажимаем на кнопочку. Здесь мы видим количество просмотревших людей. Если мы нажмем на bar chart, здесь мы увидим непосредственно статистику уже в цифрах. Ответы на нашу Stories, количество открытий, количество читателей и так далее. И в боковой панели, вы помните, еще у нас есть одна кнопочка со статистикой, здесь уже более детальная информация, количество охватов, количество взаимодействий, и здесь мы можем посмотреть нашу статистику за 7 дней или за 30 дней.